Решил я продолжить репортаж. Ветер. Вот мы сейчас перешли Анапку и сейчас находимся в районе, ну вот, проезда Золотой берег. Вот он. Пляж Премьера, так называемый. И обилие наблюдаем здесь. Обилие, просто обилие выброшенных рапанов. Не только рапанов, но и крабов. И вот мужчина показал нам скелет, вернее, полуразложившуюся морскую лису. И сейчас я тоже вот посмотрим. Много различных вот палок. Мне нравятся вот эти палки. Их используют потом для изготовления рамок различных. Ну, а вообще, конечно, интересно смотреть здесь. Чего тут только нету. И даже шприцы. Я продолжаю, друзья мои, свой репортаж. Сейчас я нахожусь на дюнах. Сегодня 1 января 2019 года. Дюны, анапские дюны. Сейчас вот чем хорошо сегодняшний день, это то, что солнце нас радует и нет ветра. И вот эти два фактора, они сразу преображают вообще все вокруг, они меняют настроение, потому что хочется больше гулять, дышать этим воздухом. Воздух действительно, ну, прекрасен. Вот я просто наслаждаюсь. Много людей вышла сегодня для сбора рапанов. Рапанов выбросило очень много на берег сильным штормом. Вот сейчас можно панораму наблюдать берега, пляжа. Вот. И рапаны, они, так как температура для их сохранности очень подходящие. Вот. Они свеженькие, лежат на берегу, прямо под ногами. Не надо за ними куда-то ходить, нырять. Я знаю, очень много любителей есть, которые вот летом ходят, ныряют, потом их добывают, там выковыривают из своих раковин. А здесь вот они лежат на берегу. Много целых рапанов, потому что какие-то уже, так скажем, пустые раковины, их сразу видно, а раковины с моллюсками, они вот прикрыты такими пластинами, и их сразу видно, что это вот моллюск еще на месте, а это тут пустой. Вот. Ну, я не любитель этих рапанов, и как-то не хочется сейчас даже взять несколько штук, чтобы дома их там запечь, зажарить. Вот Маша, вот она там
Вон видно ее в виноградном пуховичке. Вот, с рюкзачком, вон она машет нам. Встретила свою одноклассницу Ульяну. И вот они все уже забыли о своих родителях и куда-то устремились. А тут вот что, какая-то палатка, что ли? Вот. Стоит непонятно. Там. Сейчас я проверю. Да, кто-то здесь жил, чей-то табор. Наташа, скорее всего, разговаривает с родителями Ульяны. Море плещется. Ну, просто замечательная сегодня погода. Чудесно. Люди с собаками гуляют. И просто вот сидят, отдыхают, дышат свежим воздухом. Можно даже и без головного убора. Вот просто тихо сейчас, тихо-тихо, на море штиль. Замечательно. Прекрасно. Все, вот я сейчас опять поднимусь в дюны. Даже думаю, что можно загорать в такую погоду тихую.
бы все Коли, Халиду, Павлу. Нажал случайно на кнопку, отключил. Люди сидят, отдыхают. Так вот, 1 января, кроссовочка.
Друзья мои, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приезжайте в Анапу жить.